Сьогодні в програмі «Як визначити стать дитини». Чи можна дитині дивитися телевізор? І якщо можна, то скільки? Як допомогти дитині успішно закінчити навчальний рік? Поради спеціалістів. Майже всім майбутнім батькам хочеться скоріше дізнатися стать малюка, особливо якщо вони мріють про дитину певної статі. Існує велике розмаїття способів і методів, які засновані як на багаторічних практичних спостереженнях, так і підтверджені статистикою. Багато з них досить кумедні і навіть змушують усміхатися. Значит, определення пола ребенка возможно по очень многим, скажем так, моментом. Во-первых, это видно на УЗИ с определенного срока. Во-вторых, это можно брать определенные анализы, но это травматично, несколько инвазивные все же процедуры. То есть забор околоплодных вод, опять же, зачем он нужен здоровой женщине ради какого-то праздного интереса, кто у нас будет, мальчик или девочка? Опять же, не подходит. Существуют всевозможные бабские присказки, народные приметы, таблицы, лунные, нелунные, формулы расчета, подсчета. Но это все не обладает стопроцентной точностью. Это все всего лишь предположение. У цьому питанні ніяк не обійтися без народних прикмет і забобонів, багато з яких ні на чому не засновані. Кажуть, що стать дитини можна визначити за серцебиттям, формою живота, настроєм або ж навіть по тому, що їсть вагітна. Наприклад, якщо вона обирає окрайці хліба, то буде хлопчик, а якщо м'якушку – дівчинка. І таких прикмет безліч. Одна и та же женщина с одним и тем же мужем может по-разному вынашивать разные беременности и хотеть кушать, представьте, абсолютно разные продукты. Вот. Это зависит от сахара крови, от белков, которые в крови, от ее анализов, фактически, что организму нужно, от витаминной насыщенности и так далее. Вот. А форма живота, есть женщины, у которых вообще эту беременности не видно, а на самом деле там 30 хороших недель, плюс 7 месяцев. А есть наоборот, там 18 недель, а живот ну просто огромный. Вот. То есть это зависит от еще и осанки, от расположения костей таза, потому что, собственно, у всех нас скелет в нас, а все остальное обрастает подробностями, мышцами, жиром и так далее. То есть у каждого своя какая-то осанка, и вот так вот этот живот располагается. Є навіть спеціальні таблиці для визначення статі малюка. Наприклад, потрібно співвіднести всього два параметри – вік майбутньої мами при зачатті і місяць зачаття. Некоторые достаточно точные таблицы и совпадают, но если у женщины, предположим, вот трое детей, один точно не попадет в таблицу, то есть вероятность такая. Если не девочка, то точно мальчик. Загалом, розважайтеся. Тільки ні в якому разі не засмучуйтесь, адже ваша дитина все одно буде найкраща і найрозумніша. Незалежно від того, хлопчик це буде чи дівчинка. Он человечек-то не с самого начала такой, как он рождается, новорожденный. Вы же на картиночках видите, какой он сначала лягушонок, там, покемончик, только потом уже такая лялечка себе. Поэтому и органы у детишек тоже, они в процессе созревания, роста и так далее выглядят. Соответственно. Телебачення – одне з найбільших досягнень людини. Багато людей після роботи, під час відпочинку із задоволенням дивляться різні телепрограми і фільми. Однак, на жаль, маленькі діти також часом разом із батьками не проти провести час перед ящиком, що, на думку багатьох вчених, несприятливо впливає на розвиток різних здібностей малюка, а також негативно позначається на його здоров'ї. Звідси і виникає дуже часте запитання – чи можна дитині дивитися телевізор? І якщо можна, то скільки? Количество и частота использования телевидения или средств разного рода каких-то видеопоказов для ребенка зависит, естественно, от образа жизни семьи и от медицинских показаний, которые для этого возраста рекомендуются.
Малюків до 3 років бажано утримати від перегляду яскравих та динамічних програм на екранах телевізорів, комп'ютерів та планшетів. Дітям від 3 до 7 років бажано дивитися телевізор не більше 40-50 хвилин в день. З 7 до 13 – не більше 2 годин. При цьому безперервне навантаження повинно бути не більше 1,5 години. Здесь и проблемы, которые могут возникать со здоровьем, с осанкой, со зрением, и в том числе проблемы, которые могут возникать с реакцией ребенка на мелькание телевизионных каких-то кадров, на не до конца проведенное сегодня еще исследование, связанное с судорогами от мелькания кадров. Так и в том числе, то, что касается больше психологов, это реакция детей на просмотренное и на увиденное. Здавалося б, телевізор насичує мозок правильною мовою – слухай і запам'ятовуй. Насправді ж, мова формується тільки тоді, коли дитина сама бере участь в діалозі, спочатку докладаючи зусилля, а потім все легше називаючи предмети, формулюючи свої думки. Телевізор в надлишку надає мовні шаблони, але їх пасивне сприйняття дитиною поступово засмічує мозок, адже відповідати, пояснювати і розповідати телевізору нічого не треба. Якщо ми говоримо про просмотр мультиків або якихось телепередач, то возникает прежде всего вопрос о том, что ребенок понимает из того, что он смотрит. Если у ребенка лет до 2 родители создавали среду обитания и среду общения и образования, не связанную с телевизионными передачами, то тогда дети в общей своей картине мира усваивают знания, которые касаются предметов, их естественных движений, их естественных последствий. Знания, которые касаются животных, движений животных, поведения животных, людей. И потом при просмотре телепередач или мультфильмов вместе с родителями обсуждают то, что они видят. Родители им показывают, рассказывают, объясняют, что сейчас они видят, как это может происходить на самом деле. То тогда вред от этого всего будет минимальный. У багатьох популярних мультиках персонажі можуть абсолютно спокійно падати з даху, провалюватися в люки, при цьому посміхатися і відчувати себе цілком добре. Важливо пояснити дитині, що світ мультфільму – це вигадка його творця, і речі, які демонструються в ньому, можуть бути небезпечні в реальному житті. Что бы ни посмотрел ребенок, вред можно минимизировать. А если ребенок у телевизора находится, может быть, даже и ограниченное количество времени, но находится бесконтрольно, для того, чтобы мама смогла выполнить какие-то свои хозяйственные задачи, не проверяя, что она включила ребенку, то тогда действительно можно говорить о каком-то возможном негативном влиянии того, что ребенок увидит. Незабаром останні уроки, останні контрольні роботи перед літніми канікулами. Як можна допомогти нашим дітям вдало закінчити навчальний рік? В ідеалі, звісно ж, хороші батьки мотивують свого дитину в течение всього учебного року, розказують і дають зрозуміти, для чого ж, в принципі, потрібно дитину вчитися, що буде чекати його далі. Но если вы вдруг узнали о том, что появились какие-то пробелы или нужна ребенку помощь, вы должны в первую очередь обратиться к классному руководителю. В школі дитина проводить дуже багато часу, і класний керівник, спостерігаючи за змінами в успішності, змінами в поведінці, може надати вам деякі рекомендації. Это может быть какие-то индивидуальные или репетиторства, то, что подстегнет, поможет ребенку закончить успешный учебный год. Но есть еще некоторые моменты. Тогда, когда ребенок весной устает от зимы, от всего учебного года, идет энергетическая и психологическая перенагрузка, тогда мы можем ребенку помочь в следующем. Обязательно тоже надо проконсультироваться с врачом-специалистом, который может подобрать для вашего ребенка нужные витамины. Следующее. Не забудьте, пожалуйста, о режиме дня. Обязательно в такие моменты нужно сделать так, чтобы комната чаще проветривалась. Нужно освободить комнату от ненужных вещей, так чтобы у ребенка не рассеивалось внимание на ненужные вещи.
Хто, як не батьки, знають свою дитину? І що саме вашу дитину може спонукати вчитися? Можна поговорити з дитиною про плани на літо. Ви можете обіцяти винагороду за хороші оцінки. Термін отримання винагороди може варіюватися – від 1-2 днів до тижня. В кінці тижня, скажімо, ви будете аналізувати успішність і в залежності від оцінок пропонувати кудись сходити. Под конец учебного года это может все равно смотивировать ребенка. Например, как фломастеры, цветные карандаши, маркеры, закладки, стикеры. То есть даже цветные магниты. Мы можем делать акценты ребенку, да, подчеркнув что-то главное, что-то важное. И уже ребенок не будет отвлекаться на какой-то объемный текст и будет сразу повторять какие-то главные фразы. Все равно в памяти ребенка это всплывает, и он сможет быстрее подготовиться к какому-то уроку. Не забороняйте дитині відпочивати. В этот момент, когда просыпается весна, просыпается все живое, так и наш ребенок. Он становится, конечно, активный, он становится неусидчивый, поэтому внимание, концентрация внимания рассеивается. Ему хочется побегать, попрыгать. Вы посидите с ребенком и обсудите режим дня. То есть в какой-то момент вы должны обязательно позволить ребенку прогуляться где-то со своими друзьями. Но и должны сделать, конечно, правильный акцент на то, что не забывай, мы хорошие, но учеба прежде всего. Потому что конец года, и опять-таки мотивируем, не забывай. Помнишь, мы с тобой планировали поездка, или это какой-то лагерь, или это какая-то большая покупка. Все равно, как бы там ни было, мы все хотим каких-то подарков и сюрпризов. Мы не должны ребенка покупать, мы не должны поощрять материально за каждую оценку. Но в течение, например, недели пойдите в кино, на интересное кино ребенку. Или поедьте сейчас на уикенд, это очень модно, красиво, интересно, с друзьями. Вот. Делайте так, чтобы вашему ребенку было интересно. Каждая мама, каждый папа, я думаю, рассчитает индивидуальную какую-то схему поощрения для своего ребенка. Просто-напросто, если вы будете только заставлять ребенка, запрещать ему играть, у ребенка появится агрессия, и наоборот, ребенок перестанет вообще учиться. Но нам нужен другой же результат. Завжди підтримуйте дитину. Будьте всегда рядом, будьте начеку, любите своего ребенка, подсказывайте, помогайте, поставьте себя на его место. Не забывайте, что вы тоже были когда-то учеником или студентом. Помогите своему ребенку реализовать себя в этой сложной жизни. Будьте счастливы, будьте любимы и любите своих детей.